Сегодня мы приготовим сильную омолаживающую маску, которая уже за одно применение показывает заметный результат. Осветляет пигментные пятна и пятна постакне, разглаживает кожу, повышает упругость, укрепляет овал лица. Для маски нам понадобится никотиновая кислота в ампулах, приобретаем ее в аптеке, белая косметическая глина, она лучше других отбеливает кожу. Вода минеральная или просто кипяченая, охлажденная. И базовое масло, любое, которое подходит вашему типу кожи. Я сегодня буду использовать кокосовое. К содержимому одной ампулы никотиновой кислоты мы добавляем 1 столовую ложку воды, 1 чайную ложку белой глины и 1/2 чайной ложки выбранного вами базового масла. Все тщательно перемешиваем. Если маска получается слишком жидкой, добавьте в нее еще немного глины. Наносим смесь на очищенную кожу лица, избегая области вокруг глаз и губ. Оставляем для воздействия на 15 минут. Затем смываем прохладной водой и наносим свой обычный вечерний ухаживающий крем. Кожа после такой маски выглядит нежной, свежей, сияющий, морщинки и пигментация не так выделяются на лице. Как всегда напомню, что перед первым применением смеси нам необходимо провести тест на аллергию на сгибе локтя, а при выходе на улицу защитить кожу лица солнцезащитным средством. Девушкам с сухой и чувствительной кожей, а также при куперозе на лице, от использования такой маски лучше отказаться. Проводите эти маски курсом 1-2 раза в неделю в зависимости от типа вашей кожи в течение месяца. И обязательно напишите в комментариях, как вам эффект. Мне очень важно знать ваше мнение.